Возлюбленные во Христе, братья и сестры, прошу у всех вас святых молитв. Как видите, сегодня снова по послушанию нашего закона, нашей державы, снова пришел в этих местах. И за это хочу ваших молитв, чтобы Господь укреплял нас. Ничего не бойтесь, Бог с нами. Божья любовь все видит. Я сегодня пришел всех благословлять, помолиться, просить прощения за всех и оставаться верной Господу Богу. А всех вас я только одно прошу, чтобы вы всегда остались верны Господу Богу, нашей православной церкви, канонической, и терпеть все страдания, которые Господь посылает нам. И ни на кого не обижайтесь, потому что Господь нас любит и дал все время для спасения. И Господь милосердный, да поможет, чтобы все прошло. У меня есть такое питание. До вас, мои рыцари. Или той совет хочу попросить у вас. В Европе, в НАТО, ООН, тоже так соблюдаются права человека, права вероисповедания. Мне дуже соромно, потому что я громадянин цієї держави. И мы украинцы. И мы что стали не такие, как все. У нас забирают церкви. Видай другим украинцам, бо они краще, чем мы. Закони, які є, порушуються, і права чоловіка. Я устал, у мене і так є багато роботи вдома, і я должен знати, що моя держава должна соблюдати и мои права. Я показываю паспорт, что я есть громадянин цієї держави, цієї України, и мені дозволяють жити в цій країні. И я думаю, что це все гоніння, то, что сьогодні є, це для разрушення нашої церкви православної канонічної і нашої віри православної, который сегодня гонимая. Я бы попросил всех, чтобы зупинитися на цей, чтобы Господь не наказал нашу державу за то, что вы изнущаетесь над нами, над служителями церкви, служителями Бога. Моя вероисповедание вільна. И пусть ходит каждый, где хочет, в свой храм, в свою веру. У меня есть своя вера, моих предков. И я лишаюсь верным моему Господу Богу, моей церкви, блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому, вся Украина и моей державы. Спасибо вас, Господь, всех. Просим молить. И после, как я выйду, скажу вам, что все добре, если Господь будет с нами. Без Бога будет уже тяжко. Помогай, Господь, всем.